работы, позвали на политическое мире, отдаются в Советский Союз. 1953 год. Киев восстановлен полностью. После всего, НКВД, войны, всего, был разрушенный город, восстановлен город. Теперь берет 30 лет с момента 92 года нашей жизни. Что мы видим? Что мы видим? Мы видим разрушающиеся здания, недостроенное здание из тех времен. Построены только два небоскреба, это обидно. И новостройки, все заводы остановлены. Страна их операции. Понимаете, страна их операции. Как такое может быть? В Киеве нет объездной дороги, и весь транзит идет через Киев, и мне нечем дышать. Никаких проблем. У нас сейчас на сюжете, у нас на канале идут сюжеты про Сибирскую ГЭС. Черный дым валит из трубы. Черный дым, мне уже поставит фильтр. Никому не нужно. Соединяет варьковую музыку, варьковую, да? А зачем? А зачем вузы? Все равно молодежь уезжает. Кого учить? Кого учить, молодежь уезжает. Так как же такое может быть, если мы быстрее теряем людей, чем во время войны? У нас людей умирает и уезжает больше, чем во время любой войны. Это стоит эта страна. Значит, сейчас мы защищаем наш канал. Не только потому, что мы хотим, чтобы была свобода слова, а чтобы люди ожили. Ожили, вспомнили, что это их государство, их страна. И не надо нам рассказывать. Объясните мне, почему? В Англии можно, в Германии можно, везде можно, а у нас нельзя. Посмотрим, как они будут говорить в 10-м. Правильно, потому что во всем мире этой проблемы нет. В Нью-Йорке 26 официальных языков, включая русский язык. Тоже абсурд, понимаете? Не получилось, слава богу, спасибо. Поэтому, еще раз говорю, почему мы здесь стоим и ждем вот это вот решение? Мы стоим не только за канал. Мы стоим за то, чтобы не перейти тот рубеж, после которого страна будет валиться дальше и дальше. И мы боимся уже не войны с Россией, мы боимся войны внутри. Поэтому давайте мы призываем к чему? Мы призываем мир в душе нашей, в первую очередь. Мир в душе. Мы не считаем людей, которые говорят по-украински врагами, по-украински врагами. И просим нас не считать врагами. Мы на канале наш, вы знаете, у нас ведущие ведут вещание на украинском языке. Гости говорят, на каком они хотят. Вот за то, что Макс Назаров перешел красную черту на русском языке, говорил больше положенного, оштрафовали на сколько? На 20 тысяч. Ну вот понимаете, то есть, а за что? За что его оштрафовали? Ну вот. Хотя знают, ведь если бы... Хулиган такой. Почему же канал Дом не создали на украинском языке? Почему? Нет, потому что знают, что большая часть населения считает язык это родным языком. Люди, говорящие люди по-русски, не против украинского языка. Они против того, чтобы им запрещали говорить по-русски. Чтобы запрещали читать по-русски. Мы сейчас отстоим эту первую очередь и будем шаг за шагом восстанавливать потерянные земли наши, украинцы, которые нас двинули. Потерянная нашу историю, наши традиции, нашу культуру, наших подвиги наших дедов и бабушек, которые совершили. Мы не будем этого стыдиться. И русский язык в школах надо изучать, абсолютно верно. Чекаємо секунди на секунду Данілова, який має проінформувати про результати РНБО. Маємо ще декілька хвилин, я так розумію. Олександр Блажуков. Здравствуйте, ще раз. Знаєте, коли Владимир затронул вопрос до военного периода и после военного периода. Тоже бы хотел немного цифр. Они очень важны на самом деле, эти цифры.